Всем привет, мои дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики, с вами я, Антон, и я продолжаю проходить игру Stalker Зов Припяти с модом Sigiros версии 1.7. Итак, собственно, в прошлой части я вызволил нашего связного, и у меня с собой вообще в целом очень много всякого разного барахла, которое желательно бы продать, сбыть. Скинуть. Так, давайте все, что не нужно, мы возьмем, продадим. Так, шлем давайте оставим. Бронекостюм, наверное, тоже оставим. Давайте возьмем вот эту СВУ. Да, ее тоже продадим. Я с нее не стреляю. СВД я тоже продам. Я знаю, где есть экземпляр получше состояние у него, поэтому пусть останется. Вернее, пусть будет у торговца. Я, по крайней мере, с него получу хоть какие-нибудь деньги. Погодка на улице шепчет. Солнечно. Прям как я люблю. Так, Гавайт, забирай. СВД, забирай СВУ. Абакан забирай. Хотя нет, подождите. Прицел надо отсоединить. Так, нет, это все съедим, все съедим. Так, 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 так. Гранат слишком много у меня. Забирай. Что еще бы можно было бы продать? Продать, продать, продать. Да, наверное, в принципе, и все. Ё-моё. Ах, нафига я нажал. Так, забирай. Что еще? Что еще я хотел продать? Да, собственно, все. Или... Вот так вот, вот так вот, да. Вот так вот. Продать. Давайте возьмем, отсоединим прицел, потому что прицелы тут всякие разные, и стоят они немало. Продаем абакан. Все, отлично. Как тут у нас экзоскелет своп? 322 тысячи, ё-моё! Вот это жесть. G36... Хорошая, конечно, винтовочка, но не по карману. Вернее, по карману, но это было бы глупо тратить 40 тысяч с лишним. Ну, практически 40 тысяч на винтовку, которая, ну, практически идентична моей. Кстати, а можно прицепить прицел? Ай, блин, нельзя. Черт, это же модернизированная М1. Жалко. А ту свою я продал. Глушитель можно? Можно. А, правда, с глушителем мы понижаем ее характеристики. Урон с глушителем снижается на 1 единицу. Дальность на 10 метров. Скорость полета пули на 150 метров в секунду. Но все-таки надо попробовать. Как тут? Она себя ведет с глушителем. Здорово, Азот. Я вот хотел посмотреть, ремонт сколько будет стоить. Да-да-да. Так. Нет, все-таки очень много за винторез, хотя он поврежден не так уж и сильно. Ремонт, да. Надо когда-нибудь раскошелиться на ремонт для такого хорошего оружия. Давайте активируем наши запасы денежные. Огромная прибыль, как видели. Так, давайте. Медаль первенства. 11 тысяч. Жесть какая. Кошмар. Так, давайте заодно сбегаем мы к медику. К костоправу. Загоним ему наши медикаменты, которых у нас в избытке. Забирай психоделин, забирай вот это, две штуки. Все-таки анабиотик помогает пережить выброс, поэтому надо оставить, посмотреть хоть как он действует. Забирай вот это, я им все равно не пользуюсь. Скрытая аптечка. Ладно, забирай все. Бинтов тоже много. Что еще можно было бы скинуть ему? Вот это забирай.
Вот так вот пусть будет. Так, тут у нас еще осталось. Давайте 5 оставим на всякий пожарный случай. Все, продать. Отлично, давайте все-таки я скину свои припасы, которые у меня остались. Так, прицел выкидываем, это убираем. Флешка лейтенанта Смоляка тоже убираем. Крюка, петрухи и глухаря. А вот эти документы можно выкинуть? Отлично, можно. А это у нас тактика ведения боя, собственно, вот с той винтовкой, которую я очень хочу. G36. Да, чертежи, учебники, все это поможет освоить. Для повышения навыка ведения боя необходимо использовать. Ну, у меня такой точки нету. Это ТОС-34, это вертикалка, ружье. Так, КПК черного тоже, наверное, пожалуй, скинем. GPS-навигатор нельзя. Проводник, господи, какой навигатор. Так, 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 так. Давайте сбегаем. Блин, как это все муторно, долго. Сбегаем все-таки за патронами. Торгуем. Мне нужны патроны для моего винтореза. Давай сюда патроны. Давайте вот так вот. Да. Купить. 150, думаю, будет самое оно. Заодно заглянем к ученым, сбагрим им эти артефакты. Думаю, они дадут за них прилично. Так, давайте съедим все это. Это только место занимает. Ух, как вштырил это его Дегтярева с Редбула. Так, что у нас еще есть? Консервы давайте скушаем. Да, собственно, все, еды-то больше нет. Это что у нас? Это сардины. Тоже съедим. Смотрите, как, блин, не особо-то и скинули весу. Все равно очень много. Но это сева, наверное, так. Да, 10 килограмм. Сева весит одна. Винторез 3,5. Винтовочка моя 4, почти 5. Все-таки да. Давайте, пожалуй, сохраним игру. Мод. В путь. Да, вот так вот. Сохраним. Все-таки мы идем в дальнюю ходку. И нужно предварительно сохраниться на всякий пожарный случай. Так, кто-то там стреляется. Поэтому надо вмешаться. И это, по всей видимости, бандиты. Да, это бандиты. Их трое. Рано волыночек лить, пацаны. Берем его тепленького. Давайте их вольнем, пожалуй. Ну, опробуем зато, как наша винтовочка. Отлично! Стреляет с глушителем. Просто великолепно. Так, давайте заберем вот эти все прибамбасы. Поскольку мне скоро понадобится дробовичок. Так. Еду забираем, пригодится. Так, тут два трупа. По-видимому, это одиночки. О, стопа снорка. Ё-моё, это должники. Эх, вы сраные твари. Завалили ребят. Гниды. Всё-таки не зря я их убил. Мрази. Так, там еще какой-то труп в отдалении. А, черт, я уже истощен. Так, едим, все едим. Да, это тоже долговец. Тоже наш пацан. Рядовой. Ладно. Все-таки обидно. Хороших пацанов положили. Так. А нет, это мы выбросим. Это все равно нас не купят. Да и это тоже выбросим. У нас будет приличный куш в скором будущем. Поэтому делаем ноги сразу к ученым. Я планирую в этой серии сходить на ЗРК Волхов. Поскольку там... Ой-ой-ой, аномалии. Поскольку там очень
интересное будет сюжетное задание, как бы. И вообще место довольно интересное. Оружие прибери, дружище. Без базара, не буду вам мешать. Так, тут у нас какой-то тайник, видимо, за камнем. А нет, вот ящичек. Стоит это CGM тайник, по всей видимости, да. Аптечка и винтовочные патроны 7.62, которые мы сможем использовать в СВД. Так, засветим. Отлично, есть тайничок. Ё-моё, как все лагает. Так, это мы взяли спас, причем в отличном состоянии. Разрядить. Давайте его пока возьмем. Да, он снаряженный полностью. Патрон у нас есть. Да, если что, воспользуемся им обязательно. А мы им воспользуемся. Ой, как же фризит-то. Сталкер, сталкер. Фризит и фризит, ё-моё. Но это только на запись. Так-то он идет очень даже стабильно. Так. Привет, Новиков. Здравствуй. Здорово, мужики. Привет, слушаю. Герман. Ты... А, ты не торгуешь? Здравствуйте. Озерский. И ты тоже не торгуешь? А кто ж тогда у вас торговец? Профессор Божевский. Это селекционер. Он что-то там с артефактами мутит. Так, тут у нас Гарик и Соколов. А ты кто? Савелий. О, вот, вот ты-то мне и нужен. ССП-99 эколог. Нехило, нехило, конечно. Стоит бронекостюмчик. Так, бери щупало, бери стопы. А, бери артефакты. А почем ты возьмешь 1400? А, ломать мясо 2800. И лунный свет 4200. Нихрена. Вот это, я понимаю, коммерция. Забирай это по пути. Мне все равно не пригодится. Так, чтобы еще... Сурок забирай. Тоже мне не нужен. Отлично. На 17 тысяч. Сбыли мы товар. Пока. И че это? А ты кто? Верещагин. А, это телохранитель местный. Ну, понятно. Человек с крутой пушкой в хреновом костюме будет за несколько тысяч советских рублей меня оберегать. Отлично, конечно. Так, собственно, подходим к нашей цели. И я уже вижу представителей местной фауны. Поэтому давайте сохраним игру. Мод. ЗРК. Так. Хедшот. Аккуратненько. Главное их не потревожить, поскольку их тут очень много. И если мы их сагрим, будет беда. Будет большая беда. Так, аккуратно. Без палева. Ни хрена их там. Здорово, братишка. Получи ты пулю. Блин, как вы кучно стоите-то. Да, но все-таки уже сагрили. Сагрил я их. Один открыл огонь. Да на, ты уже на. Так, отлично. Этот зомби с дробовиком. И я наберу у него патронов. Так, ага, хер там. Есть что-нибудь интересное? Ни хрена. Ну, собственно, это было глупо. Надеяться на... О, а вот это уже интересно. Черт, черт, кто меня палит? Какое... Косой. Так, еще один где-то бродит. Где-то, где-то, где-то бродит.
Ну, пойдемте вперед. Чё, вату катать? У нас уже тут цель отмечена. Ну, собственно, это наше сюжетное задание. Проверить точку эвакуации. Как я с перепугу-то высадил несколько очередей. Где-то еще один, но он на карте не обозначается. Скорее всего, он здесь, да? Странно. Ух, ёп. Упырь драный. Ох, как я крепанул. Крепанул натурально. Так, не проходим мимо. Тут вот тайничочек симпатичный. Отлично. И вот тут, собственно, записка лейтенанта Соколова. Это тот военный, который сидит в бункере ученых. Блин, я уже весь на исходе. Прям-таки. Так, давайте не будем нести с собой такую тяжелую медаль первенства ветерана. 12 тысяч. Круто. Вообще, очень интересная система поощрения игроков придумана автором мода. Я имею в виду вот эти вот все фишки первенства сталкера, вот эти денежные мешочки, которые дают солидную прибыль сталкерам. Так, тихо, аккуратно. Спускаемся вниз. Так, есть тут чего? В машинах? Нет, только счетчик Гейгера трещит и больше ни хрена. Отлично. Просто реально выносит. Выносит на повал моя винтовочка всякую нечисть. Так, а, вот тут можно было тупо с улицы спуститься и не заходить сюда. Так, тут у нас кодовый замок. Кодовый замок. Где записка? Цифра 1421. А, ну это, по-видимому, код от двери. Поверхность старых записей маркером написано «Лейтенант Соколов В.И. В связи с крушением вертолета последовал к точке эвакуации Б-205. В течение двух дней эвакуации не состоялось, дальнейшее пребывание на точке связано с неоправданным риском. Принял решение покинуть точку и проследовать к мобильной лаборатории научной экспедиции. Лаборатория расположена к северо-востоку от точки эвакуации». О, даже ничего вводить не пришлось. Отлично. Так, там черти уже беснуются. Ну, ничего нам не положили тут. Сейф нельзя обыскать. Обидно. Так, давайте снарядим наш Спасыч. Машину для убийства всяких мразей. Поскольку сейчас он нам очень пригодится. Так, аккуратно. Тут жгучий пух. Очень сильно вам даст по мозгам, так как чрезвычайно радиоактивен. Давайте, мрази. Come at me. Ё-моё, еще один. Вот правильно кто-то в интернете говорил. Мрази мелкие, гадкие, но вот костюм поцарапать могут, как нефиг делать. Ну чё, не хочешь-то идти, Дегтярев? А? Почему ж ты не хочешь идти? Вот, наконец-то. Так, приближаемся уже. Дозаряжаемся. А вот, собственно, и мразь, которая... Ой-ой-ой-ой. Которая тут всем заправляет. 4 выстрела из великолепного дробовика «Спас» сделали свое дело. Отлично, еще и рука Бюрера. Сможем загнать ученым. Так, давайте обыщем это помещение на предмет всяких полезностей.
Ни хрена. Наверху ничего. В ящиках тоже. Ну? Нет, ни хрена. И в этом ящике, я так понимаю, тоже ничего. А эти я даже обыскивать не хочу. Хотя, может быть, и стоит. Не понял юмора. Ну да, ничего нету. Поднимаемся, значит, наверх. Кстати, это был единственный путь в комнату хранения оружия на ЗРК Волхов. Черт. Стоило повести курсором в другую сторону. Сразу упал с лестницы. Вот, собственно, та комната хранения оружия. Забираем патроны. В большом количестве забираем оружие, которое тут довольно щедро разбросано. И забираем РПГ. 7. Это великолепный. Это РПГ-7У. Прошу прощения. Великолепный советский гранатомет, который очень нам послужит хорошую службу в будущем. Так, давайте выбросим. Разрядим давайте мы все. Выбросим. Ой, черт, еще перегружен, ё-моё. Даже не помогает. Не понял. А, ну вспышка это так. Прицепил просто. Ё-моё. Ну придется, видимо, Геркулес пить. Хотя давайте вот так вот выбросим. Нет, давайте возьмем. Это тоже все забираем. Быстро дверь открываем. И дёру, собственно говоря, домой. На Янов. Фак. Все равно очень быстро выдыхаешься. Ты Дегтярев. Очень-очень быстро. Так, давайте выбросим вот так вот. Хотя бы чуть-чуть облегчим наши страдания. Есть чего-нибудь полезное? Да, есть. Отлично. Там была гроза, вроде бы. Я не успел заметить. И что это? Ё-моё. Кстати, я слышал, что где-то на ЗРК Волхов, именно в Сигероус моде, спрятаны инструменты. Правда, не помню для какой работы, но вот именно на ЗРК Волхов. Но что-то как-то не особо, причем именно под УАЗом. Но таких тут двое, и ни под одним нету. Не понимаю я этого. Либо у меня какая-то версия не та. Короче, не знаю. В итоге ни инструментов, ни моих апгрейдов, которые я мог бы сделать. Так, как тут у нас на просторах дела? Чисто можем идти. Ну, пушку лучше убрать. Кстати, довольно симпатично в моде видоизменили бункер ученых. Очень красиво теперь выглядит. Прям такая натуральная мобильная лаборатория. На, быстро ты выдыхаешься, Дегтярев. Я не успеваю пробежать толком. Хаюшки всем. Привет. Здорово. Торгуем. Забирай руку. Забирай гранаты. А почем ты у меня их возьмешь? 100 рублей? Нет. Торговец возьмет дороже. Так. А что еще можно скинуть тебе? Вот это забирай. Да, собственно. Ну, гранаты вот еще забери. Да, продать. Ничего мне пока не надо. Так, вперед, вперед, вперед. Быстро скидывать весь наш груз. Геркулес хоть и действует долго, но все-таки не вечность. Всего лишь 5 минут. И нам за 5 минут надо сделать
максимальное количество дел. Эй, сраные лаги. Ненавижу. Так, надо осмотреться, потому что мало ли что. Не понял. Это он что, подкат сделал, что ли? Он прям так опустился. До уровня земли практически. Дегтярев, когда я разбежался. Не так быстро, приятель. Ты опусти, ну, запутят, зато назнаете. Чё, нет? Ну, короче, раньше проводники нехилый крюк делали. А ну, про эту гниду вы уже знаете. Так, нет, не туда я побежал, не туда. Подходи. На, привет, гавайец. Так, забирай калаши. Они, кстати, очень даже в сносном состоянии. Заберет их. Гавайец, за милую душу. Бери детекторы, бери ПМы. А вот, смотрите, на 71 рубль дороже берет, чем ученые. Поэтому давай я вот так вот сделаю. Чтобы тебе еще сплавить. ЛР-300. Хотел сейчас пошутить, но, пожалуй, не буду. Нет, давайте заберем. Ай, пофиг. Ладно. Блин, вот я не знаю, продавать спас или нет. Ладно. Сделаем вот так. Все остальное скинем в ящик. Пусть будет на всякий пожарный случай. Так, чтобы... Давайте вот эти патроны продадим. Поскольку у меня все равно пока СВД нету. Скидываем все. Забираем. Так, это мы тоже в тайнике нашли, поэтому выкладываем. Это выкладываем. Черт, надо было Соколову отдать его записку. Он бы тогда дал то ли деньги... По-моему, деньги, да. Так, сдвоенную гранату давайте продадим. Так. Вот этот вот АКМ-74 тактик, пожалуй, пока оставим. Давайте. А чё, нельзя? Хер пойми. То ли апгрейды нужны, то ли я чё-то не понимаю. Давайте прицел продадим нахрен. Все равно не нужен. Этот подствольник, я с него не стреляю, тоже не нужен. Это что за... А, это... Патроны. Дум-дум. Так. Патроны давайте вот эти тоже заберем. Все продадим. Бронекостюм, ну... А как он, кстати, по защите? Но он всего по чуть-чуть. И хуже всего броня. Гашение удара не такое уж и большое. Ну, собственно, практически как наша сила. Приносим вес 72. Максимальный 82. Пулестойкость 40. Контейнеров 0. Наш 71-81. Пулестойкость 20. Ну, он, конечно, по пулестойкости... Выигрывает он у нашей Севы. Но это еще ничего не означает. Давайте черный ястреб тоже продадим, поскольку патроны мы продаем к нему. А ЛР-300 давайте тоже загоним гавайцу. Для начала все мы разрядим. А, уже разряженное. Все. Торгуем. Забирай. А за сколько ты у меня купишь двойную гранату? О, нифига себе, 24 метра радиус взрыва. Нет, такую я оставлю. Забирай. Это все тоже забирай. Да, и вот это тоже. Бери. Все, продать. А это что, у нас долговский экзоскелет? Да. 328 тысяч... Хотелось бы, конечно, так... Вау. Вот это тема, конечно. Тут такие стволы у него есть.
Жесть, просто жесть. Так, давайте чуть-чуть патрончиков купим. Собственно, мы люди обеспеченные, можем себе позволить. Да, давайте все купим. Но все-таки шиковать так уж сильно тоже глупо. Так, у нас есть и такие патроны. Патроны всякие разные у нас есть. Но все-таки, блин, надо чего-нибудь скинуть. Что у нас так... Что нас так отяжеляет? Спальный мешок 0,5 кило весит. Документы немного. Блин, я не знаю. Но это, видимо, из-за оружия и костюма. Так, ладно, все. Гавайец, давай. Удачи на даче. Здорово, Азот. Что ты можешь мне проапгрейдить? На, недешевые апгрейды. Кстати, по поводу апгрейдов. Ты говорил о материалах? Да вот, елки-палки, в этих краях для работы с радиотехникой вообще ни хрена нет. Что с собой было, извел, а поставками никто не заниматься не будет. Стволами оно выгоднее торговать. Говорят, правда, на цементном заводе что-то могло остаться. Я могу принести. Бывай. Обеспечим себе хотя бы небольшую скидку. А это что за свободовец? Наполеон. А, это телохранитель. Ну, понятно. Давайте пока на дворе белый день сходим. Для начала сохраним. А, цементный. Блин, завод. Сохранить. На всякий случай, мало ли что. Как говорится. Так, там какая-то бойня. Кстати, а где наш связной? Исчез, что ли? Или это его там гоняют? Ребята, вы кто? Это вольные сталкеры. Да. Или это долг? Хрен его знает. И не самую удачную я погоду выбрал. Кстати, сколько там у нас на часах? На часах вечер уже. А ты чё за хрен с горы? Громобой. Звучно у тебя кликуха. Хочешь подзаработать? Ну, как бы неплохо. Понимаешь, друг, давно, где-то с полгода назад, я свой ствол потерял. Здесь почти уже на подступах к Припяти. Тогда меня в селе Копачи, ну где одни холмики вместо домов. Я там шарился не на предмет артефактов. Зомби тогда еще смирные были. Горели лопатой сзади, угодил. Угодили прямо по чердаку. Не знаю я, кто это был, но все же, когда очнулся, ствола моего именного уже не было. Хотя я тогда еще не понимал, что вообще произошло. Потому как шок у меня был. Но точно помню, что пытался руками шариться вокруг, ствол искать. Видать, та сволочь свистнула. Хорошо, хоть жив остался. Повезло тебе, что жив остался. И что ж дальше? Дальше вообще ничего не помню. Помню только, что вынесли меня сталкеры и все. Ты знаешь, после того, как оклемался... Хотел сходить туда снова, ну, чтоб ствол поискать. Но меня друзья остановили, сказали, что там уже давно живут зомбаки. Причем с недавних пор появляются все новые и новые. Уже с оружием. И туда, мол, пройти очень непросто. Если только отряд собирать. Человек так из 5. И то я так думаю, что не каждый согласится идти со мной. Непонятно зачем. Я уж уверен, что моя волына лежит. Я уж не уверен. В общем, хочу, чтобы кто-нибудь проверил. Ну что, возьмешься? Думаю, 1008 для награды вполне соберу, а? Ну давай. Так. Ё-моё, как темно. Но это я сделаю уже утром. Помочь сталкеру. Это дело святое. Ну, у чувака, видимо, денег совсем нет. Раз говорит, соберу. Так, давайте поспим часов так до 7 утра. Думаю, будет самое то. Как раз с утречка проснемся. Все будет тип-топ. Итак, отлично. Вот мы и проснулись. Но я уже, честно говоря, серию подзатянул. Основательно так. Поэтому, я думаю, можно
и закончить эту часть прохождения. Всем большое спасибо за просмотр, с вами был я, Антон. Не забудьте на меня подписаться, поставить под этим видео лайк, вступите в группу ВКонтакте и в Одноклассниках. Читайте меня в Твиттере, всем удачи, всем пока.